По последним данным, за сутки между Витимом и Пелидуем кромка ледохода не сдвинулась из-за низких уровней воды и низкой температуры. Наблюдается подвижки льда в Пелидуе и Крестовском. Уровни воды везде ниже критических. По Лене ледоход в районе Витима, в районе Пелидуя. Мелкий лед в районе Чуи, то есть там уже практически ледохода нет по Иркутской области, остаточные льды идут. По реке Нюе разрывы от Чаянды и до почти до Артанахара, где-то примерно 15 километров до Артанахара разрывы во льду, а вот эти 15 километров сплошной лед стоит, разрывов нет. Уровни нормальные, даже ниже критических. Поэтому пока ледоход идет спокойно по территории нашей республики, нашего района.